настроен на цепу, мы крошим от воли. Видим помощь ваши ящеры, и вы сам стали кульминация вейпов угрозы, сингутка полстань. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня день белорусской солидарности. Сегодня в Беларуси и по всему миру люди проводят акции в поддержку нашей с вами борьбы за свободу, нашей с вами борьбы за права человека. И мы близки к тому, чтобы победить в этой борьбе. Вся Беларусь проснулась, режим Лукашенко рухнул, вы сами это видите. Вы видите, что все больше людей собирается на акции в поддержку свободной Беларуси, в поддержку независимой Беларуси, в поддержку новой Беларуси. Лукашенко перепуган. Он не может ничего противопоставить воле народа. Поэтому все идет по старому сценарию. Принуждение к досрочному голосованию, шантаж, угрозы. Все готовится к тому, что у нас опять украдут голоса. Но мы не позволим этого сделать. Народу нужен выбор, а не фальсификации. Народу нужно правительство, которое он выбирает, а не которые ему навязывает который год диктатура. Народу не нужен Лукашенко, последний диктатор в Европе. Беларуси нужна свобода. Европе нужна свободная Беларусь. России нужна свободная Беларусь. И мы отстоим эту свободу. Мы проголосуем за свой выбор. И 19-го в 8 часов отстоим свою победу. Если будут фальсификации, которые зафиксируют международные наблюдатели, я призову к забастовкам. Хватит терпеть эту подлую власть. Хватит этой власти издеваться над народом. Хватит стыдиться того, кто нас представляет. Мы имеем право жить в свободной своей стране. И мы будем жить свободно. Живи, Беларусь! Живи! 16-е – это день нашей солидарности. А 19-е станет днем наивеликшего выпробования для нас. Потому что в этот день мы повинны будем отказать самим себе и всему свету на питание, кто мы, что мы за народ, на что мы здольны и чего мы вартые. Але я веру, мы здольные, мы здолеем у этот день выйти на площу и не сыходить оттуль до самой перемоги, покуль я ей не признают и все. Мы здольные знищить эту паскудную фашистскую уладу, якая обрыдла уже усім, нават тым, кто еще годов 5 тому был щиро упевнены у тым, что можа яна не такая уже и брыдкая. И эта улада ведая, что яна обрыдла уже кожному белорусу. Именовито тому, это дробные мерзотники, Лукашенко с Макеем, зараз имкнутся нас заполохать. Але нічога у іх не атрымліваецца. Нас запалохаць немагчыма, таму што нам вельмі лёгка быць мужнымі. Нашыя каштоўнасці – гэта любоў да сваёй зямлі, свабода і павага да чалавека. А ў іх, у ўсіх, ёсць толькі адна, адзіная каштоўнасць – гэта вялізныя крэслы, у якіх так утульна адчуваюць сябе іхнія дупы. Але ўсё, зараз яны ўжо коўзаюцца ў гэтых крэслах. Зараз ім вельмі некамфортна, таму што яны ведаюць. Гадзіннік няўмольна адлічвае апошнія дні гэтай фашысцкай, мярзотнай, брыдкай улады. 6, 5, 4, 3, засталося 3 дні да нашай перамогі. Выйдзе!
площа не только политическая идея. Площа идея сакральная. За два последние десятилетия она стала для нас нашим белорусским храмом, местом, куда клича нас наша вера. Вот что такое наша площа. На площади с нами отбывается то, что не может отбыться нигде в другом месте. На ней мы єднаємося духом. Со мной побач будут те, кто не пришел. Я потребный им на площади. Мы потребны им на площади. Каб яны могли на нас опопертися. Каб те, кто забоявшийся сегодня, пришел завтра. И каб нас было более, более и более, мы прийдем на площу. Выборы. Я прийду на площу, каб сказать, новые выборы без Лукашенки. Новые выборы без Лукашенки. Новые выборы без Лукашенки. Новые.